В школе номер 5 заработала своя телестудия. На днях в эфире телеканала «Арис» вышел первый пробный выпуск школьных новостей. В образовательном учреждении создана своя творческая группа, придумано и название 5ТВ. В школьной редакции ведется обучение телевизионному делу, где ребята получают навыки ведения новостных программ, пробуют себя в роли корреспондентов, редакторов, режиссеров и авторов телепередач. Открытие телестудии стало возможным благодаря успешному участию школы в муниципальном грантовом конкурсе инновационных проектов «Стратегическая инициатива 2016». Сегодня школьное телевидение приобретает очень большую популярность среди учащихся. Данный проект позволяет раскрыть творческое начало, творческие способности каждого ребенка. И работа над созданием видеофильмов позволяет воплощать творческую энергию наших детей. На полученные деньги, а это ни много ни мало 100 тысяч рублей, приобретено оборудование для съемок. В будущем планируется оформление студии. Идею школьники восприняли с радостью. Теперь ребята вместе с руководителем Ольгой Тычинкиной работают над созданием актуальных материалов из жизни школы. Мы очень давно уже хотели, чтобы в нашей школе появилось телевидение, и благодаря тому, что у нас появилась камера, эта мечта у нас осуществилась. Работа на телевидении – это очень интересно и познавательно. Это большая возможность для саморазвития и для узнавание что-то нового. Получается общение с новыми людьми. Видеооператора искать не пришлось. Съемки и монтаж программ ведет ученик 9 класса Кирилл Блинов. Азы операторского искусства и новую технику Кирилл осваивает самостоятельно. Видеосъемка, вот монтаж – это мое хобби. Я этим занимаюсь давно. Я снимаю для себя видео на YouTube, потому что я блогер. И мне это просто увлечение. Мне нравится монтировать, снимать особенно. Ну, при монтаже, конечно, это мое самое любимое дело, потому что при монтаже, ну, добавлять разные эффекты – это классно. В будущем я, ну, планировал либо пойти на актерный, театральный учиться, чтобы, ну, сниматься там в различных сериалах или там еще куда-нибудь пойти. Все, что связано с моим хобби, вот мне туда вот охота попасть, то есть сниматься где-нибудь. Всего в муниципальном конкурсе стратегической инициативы было представлено 24 проекта от образовательных учреждений города. 3 из них, в том числе и школа номер 5, стали победителями и получили средства на реализацию своих идей. Ну а мы ждем от своих коллег новых интересных программ и желаем им успехов в работе. Айгуль Мухаметшина, Владимир Кузьмин. Новости.